Вов, где я сегодня нахожусь? Инзер. Инзер. Амуральские горы. Сейчас там все будет. Легли в 2 ночи, встали в 5 утра по Москве. Едем, сейчас заехали в кафешку позавтракать, перекусить. Сегодня едем далеко. Бодрые, веселые. И не сонные совершенно вообще. Так, в концертном зале, как всегда, так выхожу. А тут, смотрите, какая красота. Красотища, Уральские горы. Обалдеть, и воздух обалденный. Кусочек. Привет, Сурала. Вов, где я сегодня нахожусь? Инзер. Инзер. Там Уральские горы. Правильно, а какой заповедник? Белорецкий. Белорецкий заповедник. Вот. Сегодня здесь с концертом. Знаете, вот когда приезжаешь в красивые места, кругом красивая природа, хочется даже вот творить что-то такое вот новое. Вот артисты, которые себе наклеивают изоленту на сцену, определяют не только свою изоленту, но вспоминают, что они вот в том году, в сентябре, вот как, вот оно. Это так вот точки, куда выставляется реквизит, помечают люди себе, если присмотреться к сцене. Пометил места, да. Правду скажем. Вот надпись. Ну, вот так я выгляжу в конце рабочего дня. Всем счастливо, это дневник артиста, это Пашка Зыков. До новых встреч, пока-пока.